Утром 10 декабря автобусом компании New Asian я отправился покорять просторы Малайзии, а именно Танах Рата. И вот в 8:20 наш автобус покинул автостанцию, и мы поехали по направлению к Кэмерон Хайлендс и Танах Рата. Сейчас мы проезжаем деловой район Джорджтауна. Это новый район, и здесь уже стоят высотки. А в таких однотипных домиках живут малайцы. Мы на знаменитом мосту, а значит, мы покидаем остров Пенанг и продвигаемся к континентальной части Малайзии. Все основные трассы в Малайзии платные, и независимо от того, легковой это автомобиль или рейсовый автобус, все платят, правда, разные суммы денег. А вот в таких условиях я ехал в автобусе малайзийской фирмы Pioneer. Место для ног, да и сами кресла вполне комфортны. Первую часть трассы за окнами пробегали только пальмовые рощи. Они тянулись до бесконечности. По пути в Танах Рата мы сделали одну остановку на АЗС, чтобы дозаправить автобус, ну и заодно сходить, кому нужно было, в туалет. Но по мере приближения к Кэмерон Хайлендс ландшафт начал меняться, и плоскогорье уступило место горам, которые то тут, то там скрывались в пелене тумана. Не знаю, сможет ли передать все эти красоты камер, но я старался. Дороги Малайзии, да и в целом все городки, где я был, довольно чистые и совсем не похожи на ту Азию, в которой я был до сих пор.
По мере приближения к Танахрата давала о себе знать высота, периодически закладывала уши. Да, я забыл упомянуть, сколько же стоил билет мне в Танахрату. А стоил мне он 40 рингит, а это в переводе на доллары почти 10 долларов, и в пути мы были больше 5 часов. А этот городок называется Аманджай, и здесь мы простояли больше 15 минут. Вот такой вот автовокзал. Ничего не напоминает? Он очень похож на автовокзал в Киеве и Одессе. А вот такой вот вид у автовокзала спереди, то есть с главного входа. Сразу же за Аманджай некоторое время нас провожали карстовые горы. Некоторые из этих гор малайцы превратили в огромные карьеры по добыче камня. А вот в таких вот местах, где горы буквально нависали над дорогой, я впервые увидел дикие орхидеи. Местами они были настолько многочисленны, будто бы ромашки у нас летом. Вот не знаю, сможет ли уловить эта камера, но очень хочется, чтобы и вы увидели эту красоту. А вот так выглядит малайское село. А вот и Кэмерон Хайлендс. Это основной регион Малайзии, где выращиваются овощи. Также здесь еще круглый год выращивается клубника, а также находятся чайные плантации. Правда, чая немного, и он в основном продается только на потребности самих малайцев. Ну и частично его покупают, конечно же, туристы. Практически все овощи выращиваются вот таким вот манером в теплицах, потому что здесь каждый день идут дожди и очень большие перепады температур.
в этих местах переплелась современная архитектура Малайзии и колониальной Англии. А вот так выглядит мой номер в отельчике Orchid Heaven. За две ночи я отдал здесь 190 рингит или 46 долларов. В цену также входит завтрак. Это была ванная комната, я забыл включить свет. А это главный вход в отельчик. Ну и сейчас я покажу вам немножко сам городок Танахрата. Это туристический городок, и он делает деньги уже дальше не на сельском хозяйстве, а больше на туристах. Вот, кстати, Land Rover – это основной транспорт, на котором возят туристов по всех достопримечательностях, как Танахраты, так и другим регионам Cameron Highlands. Городок совсем небольшой, но очень чистенький. Со всех сторон его окружают горы, покрытые первобытными джунглями. А вот эти здания, исполненные в английском стиле, о которых я вам говорил ранее. В Танахрате, в отличие от других регионов Малайзии, есть даже католическая церковь. Если убрать с кадра малайцев и их автомобили и надписи, то как будто бы очутился действительно где-нибудь в Англии. А сейчас немножко расскажу вам об экскурсии, в которой я был. Она началась в 8 утра, обошлась она мне в 50 рингит или 12 долларов США. Группа состояла из 15 человек, и мы ездили на двух Land Rover'ах. Я сел в Land Rover, где нас было всего пятеро. И вначале по красивейшим горным серпантинам мы поехали осматривать мшистый лес. Сразу же вас предупрежу, что лучше с такими группами не ехать, если вы хотите сделать классные видео и фото, потому что эта толпа просто убивает, да еще и гид везде бегает за тобой, кричит: сюда нельзя, сюда нельзя. Лучше ехать или полностью своим транспортом, или с гидом, чтобы был лишь чтоб только вы и он. Ни в коем случае не нужно толпы. Это, кстати, чайные плантации. Дорога к мшистому лесу очень узенькая и местами совсем убитая. Учтите это при выборе транспорта. А вот и главный вход в мшистый лес. Только ради этого места сюда стоит приехать. Правда, еще раз повторюсь, желательно не с группой, а самостоятельно. И вот почему.
первых же кадров вы поняли, почему не стоит идти с толпой. Теперь об обуви. Ни в коем случае не берите кроссовки. Здесь очень и очень мокро, и вы просто угробите их. Лучше пойти или в шлепках, или найти какие-то резиновые сапоги. Потому что я пошел в шлепках. В результате у меня были только грязные ноги. Но остальные пошли в кроссовках. И в результате их кроссовки можно выбрасывать на помойку. Они смеялись вначале с меня, а потом мне завидовали. Но что поделать, они же европейцы, думают, что все знают. А теперь я помолчу. Наслаждайтесь, друзья. После осмотра мшистого леса нас повезли на чайные плантации фирмы Бог. Вот такой вот замечательный ландшафт делают чайные плантации фирмы Бог. Как я уже и говорил ранее, этот чай нигде, кроме Малайзии, больше не продается. А все потому, что объемы этого завода слишком мало для того, чтобы обеспечить еще и продажу за границу. Кстати, чай сюда завезли со Шри-Ланки. Англичане, улавливаете? И там англичане были, и сюда прибыли, и чай с собой захватили. В основном здесь передвигаются на джипах. А Land Rover — это вообще главный джип Cameron Highlands.
После осмотра плантаций нас подвезли к самой фабрике по производству чая, ну и, естественно, к ее магазину. Здесь продается только черный чай или же чай с фруктами. Такого его разнообразия, как на заводе на Шри-Ланке, я, конечно же, здесь не встретил. На территории фабрики есть маленький мини-музей техники, которая использовалась при обработке чая раньше. Кстати, она вся со Шри-Ланки. А вот так выглядит сама фабрика Бох. Вокруг фабрики также на многие километры разрастаются чайные плантации. Чай на фабрику доставляется с помощью таких вот тракторов с прицепами. А вот в таких условиях живут сами жители, которые работают на этой фабрике.
Почему-то вспомнился фильм «Правила виноделов», только это в малазийском стиле. Здесь даже детская площадка есть. А вот, кстати, и местные ребятишки. А вот это телефонная будка. Только телефон кто-то украл. А вот так выглядят чайные кусты, с которых полностью собрали листья. Для тех, кто не знает, гид подшучил, что это просто черный чай так растет, а зеленый чай – это значит зеленые листья. Так как Land Rover больше не выпускает такие модели, то это практически музейные экспонаты. Только еще в действии. Живут в Малайзии и любители старых японских раритетов. Но в завершении экскурсии нас привезли на одну из клубничных ферм. Оказывается, есть люди, которые не видели, как растет клубника. А это магазинчики, которые предлагают продукцию клубничных ферм. Но лично я приехал в Кэмерон Хайлендс только вот за этими красотами.